Наташа выступает с олимпийским чемпионом. Он с ее волнением отлично справится. Я напоминаю, что Наташа и Максим представляют Республику Беларусь. Весело, задорно, остроумно. Хорошо понятна тем из нас, кто смотрел фильм «Чикаго». Диана, мне показалось, что Наташа здесь, несмотря на то, что танцевала с олимпийским чемпионом, была абсолютно главной. Так всегда в танцах женщина лидирует. А мне вот понравился Максим совершенно. Наоборот. Он замечательный партнер, а у Наташи мне не хватило чисто даже